балет – это самое прекрасное, с чем я познакомился. Я тогда служил на Байкале, и нас, молоденьких солдатиков, возили в местный театр оперы и балет. И я влюбился в балерину. Ой, господи, как я был счастлив. Но потом это все, правда, опять переросло в ад. Но, тем не менее, это была одна из моих самых любимых жен. А я верю в этот чудесный мир. Я горд и счастлив, что на протяжении стольких лет я могу помогать осуществляться всему этому. И конкретно в данном театре. Да? Олег Олегович. I've heard it's very moist there. Здрасте. Oh, safe. Well, looks like the evening is going to get rather exciting and interesting after all. Прошу прощения. Я надеюсь, вы сможете рассказать классную историю из мира балета. Все хорошо? Да. Никто не обижает? Да все хорошо. С днем рождения. Пока. Извините. Знаете, Олег, я не умею вести эти разговоры, да и не умела никогда. Я знаю, что надо сначала как-то поговорить вокруг да около, а потом... Ну зачем нам эти игры? Короче говоря, мне нужны деньги на мой спектакль. Знаете что, Рута, у меня часто просит деньги, как вы можете догадаться, но впервые кто-то это делает через 5 минут после знакомства. А мне нравится ваша прямота. Ваш талант должен служить людям, а деньги... Это только деньги. Всем добрый вечер. Очень рад, что вы все пришли. Посмотрите, кто у нас в гостях. Дорогой Олег, с днем рождения. Спасибо. С днем рождения. С днем рождения. Олег, я вам очень благодарна за приглашение, за разговор и за то, что вы готовы финансировать мой спектакль, потому что в театре достаточно сложно работать из-за бюрократии. Ну, все же решили. Зачем? Рута, пролей свет. О чем будет твоя первая постановка? Может быть, это будет что-то о прошлом, о возвращении домой. Очень интересно. Ну, я как худрук. Против того, чтобы выдавать все секреты? Давайте без спойлеров. Ну, вообще, это не первый мой спектакль здесь. Помним, помним. Это было забавно. Все пришли смотреть одно, а им... Ух! Это у вас теперь там балетом зовется, да? Аэробика. Но она перевернула весь мир. Да-да, именно, именно. Не то, что наша классическая школа. Какая ваша? Которая вся на французском языке? Друзья, ну что, нам мало споров в театре. Давайте все-таки не забывать. Я предлагаю выпить за именинника. Да, Олег? Спасибо. Да. Спасибо, друзья.